Итак, друзья, начинаем мы сначала с такого менее концентрированного раствора. Тут я разбавлял всего один пакетик на один, ну вот сколько тут воды, не так много. И пролежало это все у меня буквально вечерок, ночь. И видите, как все, в принципе, разъел. Отлично. Вот, даже можно брать кисточкой. Это у меня в основном штукатурка, либо и на гипсовой, и на цементной основе. Но тут вот клей, скорее всего, плиточный клей, клей для газобетона. Вот видите, где он лежал, он в принципе очень хорошо сейчас будет отставать обычной кисточкой. Вот, вот тут тоже. Я, честно говоря, не надеялся, что так у меня получится хорошо. Вот, а это вообще застарелый очень. Застарелый. Так, надо вытащить его, попробовать. Вот. Это правило. И где-то у меня тут надо найти его, вытащить. Вот он, шпателек. Ну, шпателек, сейчас мы попробуем. Ну, плиточный клей все-таки не сделает химию. Так, тут еще у меня, ну вот еще застарелый шпателек. Плиточный клей, штукатурка плотная, видите какая. Тут эта химия не взяла. По сути, еще надо. Еще надо, чтобы она простояла, либо более концентрированный раствор. А вот сейчас попробуем посмотреть, что у нас. Ну, можно оттереть, я думаю, может даже возьмем мойкой, попробуем высокого давления попробовать с грязевой фрезой. Ну а тут сейчас это я укрывал тоже на ночь специальным, тут уже более высокой концентрации было, но и уровень достаточно, он уже такой старенький. Я им еще внутренние стены дома укладывал. В общем, много что он пережил, тут уже и застарелые какие-то пятна, уже и сам уровень не так виден хорошо. Я тут уже его обрабатывал более таким концентрированным составом. И сейчас мы прям посмотрим, как у нас убирается. Ну вот видите, отлично. Тут прям он практически гипсовые, которые отложения, они все уходят. Отлично. Вот. То есть практически, ну, понятно, что он уже не новый, царапанный, но вторую жизнь
можно ему дать. То есть в более концентрированных формах, если разводить, тут видите, даже сейчас посмотрим. Ну вот какое-то застарелое пятнышко, оно дольше. А так, я считаю, что результат прям отличный. Это ж я ничем, кроме кисточки, его не оттирал. Вот такой вот результат. Так, есть у меня еще уровень... тоже этот еще уровень старше. Это я покупал в начале стройки, хороший дорогой уровень. Конечно, я его уже со временем тоже очень сильно за, может, ему надо побольше постоять. Сейчас попробуем, посмотрим, как, может, повторим потом процедуру. Так, тут сейчас тоже. Это прям ветеран стройки. Ну, уровень хороший. Сейчас такой стоит недешево. Отечественный, мне кажется. И прям интересно его посмотреть тоже. Результат: гипс отходит хорошо, гипс прям отлично отходит. А застарелые пятна, которые прям цементное, конечно, уже не так хорошо, хотя раствор был очень концентрированный. Сейчас попробуем еще клей, наверное, это что такое, штукатурка на цементной основе не взяла. Это была у меня, вот она, конечно, тут очень хорошо налепилась, ну хотя бы так. Надо либо еще более концентрированно делать раствор. Так, ну правило, я думаю, что тоже не отойдет. Потом покажу вам уже готовый результат.